Ну, а то ж не ожидал, что забанят обоих новых. Моих двух этих мейнов забанят, блин. Второй день играет. Моих двух мейнов. Годами их тренировал. Ну так, я ждал. Ты шо? Ну с кем теперь играть? Все. Найс. Теперь понимаешь, что не зря потратил 180 тысяч, чтобы получить этот скин. Потом на момент, чем его связали. Биркеля? Выбивали платину, тащить не мог. Ну ладно бы ты меня обгонял. Что значит? Что это такое замечание? Тебя всегда обгоняют. Slow and steady wins the race. Переверни монитор, Лёха. Как? Я всегда выиграю. Не надо монитор ножками к потолку прикручивать. Он должен стоять на столе, Лёха. Нет. Не учите меня жить. Да как он стреляет? Эти отморозки, блядь, четвером вывозят нихуёво. Хорош. Что, простите? Бля. Не, ну теперь надо побеждать. Лёха, ты там как, разогрелся?
Что, 2 недели прошло? Ну, мало ли. Че, издеваешься? Только первая игра. Первый день, первая игра. Именно. А вдруг он сгорел и в процессе разогрелся? Ну, в процессе разогрелся, но потом сгорелся. О, хоть карта норм. Да, пьянула, не знаю. Всё, мне, блядь, тут поломали. Да! Зофия зашла уже возле ёлок. Да все уже зашли, походу. Я даже посмотреть не успел на неё, я уже был мёртв. Да, нам просто надо чуть-чуть... Сенсу подкрутить. Корректировать. Да не, не сенсу, тебя надо чуть-чуть корректировать, и все пойдет нормально. Чтобы я мочил нас в бронзе? Да. А, вот оно что, точно. Еп. Так что тут недолго осталось. Я думаю, катки 3, может 4. Так вылетать на изичи и разваливать, я не понимаю. Я первый раз такое вижу. Я понимаю, что он продронил вся хуйня, но... Не верю. Вот бы это были старые добрые 2000-е, мы были на Counter-Strike сервере, на котором мы админы. Хопа, и нет чувака. Так нет же, вроде сидит человек. Не нравится, кто-то тебя рвет, хопа, и нет чувака, да? Как говорил товарищ Сталин, нет человека, нет проблемы, да. Знаешь, я думаю, разрабы бы очень сильно злоупотребляли бы такой бы фичой, если бы она была. Но если бы я был с разрабом в одной команде, я бы не видел в этом проблемы. Какие у тебя гнусные читерские замашки? Какие? Гнусные читерские замашки. Это что сейчас за хуйня была? Сам в шоке. Я наконец-то такой... О, я этого пидора убил, походу. Ну нихуя ж себе. А чё сейчас спину выбежит? Все, можно выносить теперь. Этого пидора убрали. Хорош! Сейчас Клиссан репорт получит. Тот такой сидит, пишет ЦПП этих читов, короче, что за фигня? Вы мне обещали 100% вины. Ну, блять, у меня прогресс. В прошлом матче я тебе сделал на 1 килл больше. У меня на 300% больше киллов, чем в прошлом матче. Прогресс просто огромёнен. Что, главное этого пидора вынести, остальное все по маслу пойдет. Тратка хорошая. Ну, на размене сыграли. Есть шанс затащить. Ничего себе. Ямаха. Ямаха. Монта... А, окей. Пидорила заходит. Это Аша. Аша, не... Блядь! Взорвали. О, заебись. Изи.
хуяшься. So close. Easy. So close in heaven. Так вы выйдете, надо вдалечный нерв охладить. Ну давай, охлаждай. Пидор. Завершение фразы к Лёхе. Да, это не к Лёхе было, это... Что, ещё одну ичине?